Нас было трое. Мать одна. Отец у нас умер в 38 году. А он работал помощником машиниста. Начало войны, я помню, когда началась война, меня мамаша послала в магазин, чтоб я что-то купил, там хлеба, еще что-нибудь. Я уже видел, как наши солдаты уже ходили с противогазами, ну и винтовки у них были. А потом напротив нашего дома поставили пулемет, трехствольный пулемет, ну для того, чтобы обстреливать нападение самолетов. Оршу бомбили не в первый день войны, это было несколько дней уже спустя. Ну и когда первая была бомбежка, тут вот здание военкомата подожгли, вот. Ну и некоторые бомбы упали тут поблизости, некоторые, вот одна бомба упала даже на кладбище, вот это по Пролетарской улице. Ну вот я это испугался и попросил отца, чтобы он меня куда-то отсюда увел. Ну и мы пошли на следующее утро через Лариновку, деревню Шугайлова. И там я был до тех пор, пока уже пришли немцы. Значит, Орша горела из деревни Шугайлова, это было хорошо видно, хотя это довольно далеко, потому что столб дыма поднимался на громадную высоту. Сгорел и в том числе и наш дом, который располагался, ну вот здесь, в центре, где сейчас налоговая инспекция. Погорели все наше имущество. Город сжигали команды специальные. Лозунг был такой, чтобы врагу ничего не оставлять, и поэтому центр города весь был выжжен. Когда фашисты захватили Оршу, то я прекрасно помню. Мне в это время шел 9-й год. Я помню, как 13 июля 1941 года за Днепром появились фашисты. Они собрали местное население и эвакуировали его в Днепру. В этот период моста через реку Днепр не было. Он был уничтожен советскими войсками. Поэтому нас согнали в одну кучу. Это место, где сейчас находится памятник Катюше. Целый день мы находились в этом месте. Вечером немцы сделали переправу понтонную. И нас всех переправили на правый берег Днепра, центр города Орша. Орша была практически вся разбита. Местное население, которое было переправлено через Днепр, устроили ночлег в подвале собора, которого сейчас снесли. На завтрашний день мы вернулись к себе домой. К нашему счастью, наш дом по улице Могилевской сохранился, в котором мы и жили, значит, весь период оккупации. Жили, конечно, есть. Весной картошку эту гнилую собирали, пекли эти, там оладьи мать пекла. Вот такие, они черные, как земля, крахмал этот ели. Во время они плохо, ну, никого не было. К эшелонам подходили мы, они едут эшелоном, тоже просили, они кидали нам просто хлеб с вагонов, кинут на песок. Ну, мы хватаем этот хлеб и домой. Еще ходили мы просить, где военный городок этот был, вот они там жили, на первом, на втором этаже. И вот соберется так человек 6-7, может быть, с котелками, подходим летом. Сидит он на подоконнике и суп котелком там ест. Ну, мы просим супу. Ну, один, значит, сидит там на подоконнике, вот хорошо помню. Он берет ложку и
льет ложкой этот. Ну, а мы тогда котелки поставляем, кому попадет. Отцу было до войны уже как раз исполнилось 60 лет. Он работал в государственном банке. Вот, а мать была учительницей младших классов. Ну, и его в Армению взяли, стало быть. И он остался здесь, и мать, и отец в Орше. Чтобы как-то прожить, они на первый год, конечно, ходили различные подработки, но вот в частности в районе, где там детдом или детприемник, он назывался, где улица Марата, там в Днепру двухэтажный такой дом, около самого берега Днепра. Там были посевы картофеля, ну, которые еще сеяли, конечно, наши. А потом объявился хозяин этого поместья, дореволюционный. И тогда уже наши родители ходили, копали эту вот картошку, и он платил им, ну, там, от накопанного что-то. Ну, и так мы кое-как эту зиму прожили. Кроме того, вот в здании, где сейчас располагается архив, располагалась такая кухня, где варили, ну, что-то подобие такой баланды. Ну, и вот ходили мы с котелком и приносили свою эту порцию. Было очень много проблем. Жизнь была очень сложная. Практически не было продуктов питания. Значит, жили за счет того, что вырастили в огородах, у кого была какая живность. Как идти, допустим, на мясокомбинат западный, в этом лесу были склад авиационных бомб. Такие голубые большие бомбы, по 250, даже по 500, наверное, килограмм. Для того, чтобы они, когда их везут, не качались, наверное, боялись, были перевязаны веревками, белые веревки, чистый хлопок. И вот мы лазили под забор, там не забор, а проволока, колючая проволока была обнесена, это место. Там эти сейчас, вот даже видно, эти брустверы, где... Они хоронили эти бомбы. Часовой ходит с губной гармошкой, играет. И вот он пошел, мы ж не все сразу толпой, а по одному, под проволоку. Быстренько подлез с мешком и туда, среди ящиков. Среди ящиков, значит, там уже немец этот же не видит. Там на 2-3 яруса лежит. Откроем ящик, ножом веревки перережем в мешок. Мы с мешком с этим под проволоку обратно вылезаем и домой. Дома веревки эти разбирали, мотали на клубок, нитки, были хлопок чистый. И мамаша возила в деревню эти нитки и меняла на картошку, там, на хлеб, на муку. Вот так вот мы жили. Вот где была тюрьма, где городской сад в центре, там сразу после прихода немцев, немцы содержали военнопленных. Люди приходили к этой тюрьме в надежде, что там с окна кто-то выглянет из их родных, попавших в плен, солдат. Ну, некоторые, говорят, находили своих, а то просто приходили вот из сел крестьянки, приносили... Там кто яйца, там сало. И первое время немцы даже отпускали, вот женщине надо, мужик в деревне, чтобы работать кому-то было. И немцы, говорят, даже вот за сало эти яйца некоторых мужчин с этого плена отпускали. Потом, правда, по мере того, как развивалось уже партизанское движение, немцы ужесточили режим и, конечно, уже содержали военных пленных в специальных лагерях. И оттуда, в общем-то, уже их не выпускали. Хотя, опять-таки, говорят, что из-за Днепром, вот этот, который был лагерь, то там тоже еще первое время тоже некоторых военнопленных вот так отпускали за продукты питания. А гестапо размещалось в Орше, где вот теперь дом отдыха. Это было такое страшное слово гестапо, и все боялись даже подходить туда, в ту сторону. Но кроме фашистов еще было очень много пособников. Это полицаи, которые
значит, вели себя еще хуже, как фашисты. Среди этих полицаев много было украинских представителей. Надо сказать, что они больше всего зверствовали по отношению к местному населению. Проводили периодически облавы. Этот рынок оцепляла полиция, выхватывали молодежь и тут же их транспортировали на вокзал. Садили в вагоны, часто родители даже не знали, пропали их дети, их отправили в Германию. На Льново, где мы называли дом 2 ЭТР, где вот это сельхозпродукты были после уже войны, там в подвале вели допрос с партизанами связанными. А где сейчас музыкальная школа была, ну, раньше был дом пионеров, то там гестапо допрос вели и потом отводили здесь сейчас третью очередь комбината и там расстреливали. Немцы, конечно, жестоко обращались с подпольщиками. И вот, когда они попадались в руки гестапо, то они расправлялись с ними жестоко. Вот одно время был через Оршицу мост деревянный, еще до войны. Его там взорвали, и вот немцы подпольщику вешали прямо вот на оставшихся фермах этого моста. На Западной у нас был, вот не доходя этой подстанции, от вокзала, когда идешь, там был склад бензиновой бочки по 200 литров. И кто-то их поджег. Как начало там гореть, бочки эти подлетают в такую высоту, разрываются, и все это поливают. Никого не нашли, там они с собаками бегали, там искали. А второй раз прямо на колопогрузочной площадке, там тоже стояли вагоны открытого типа, и в этих вагонах тоже был бочка бензина. Ну и мы там пацанами бегали. И тоже кто-то его поджег. И как тоже начали эти бочки. Мы не знали, куда деваться. Когда уже в 41-42 годах вот это несколько от Москвы фронт отошел, и советская армия уже, ну, Красная армия, как ее называли, она уже стала получать больше оружия, самолетов, то Оршу стали периодически бомбить, особенно вот в 42-м году, в 43-м. И однажды наша авиация по наводке партизан попала в склад боеприпасов, который размещался в районе вокзала, там немножко дальше. И это склады стали взрываться, и снаряды разлетались в радиусе несколько километров. Некоторые падали даже здесь вот в районе центра города. Когда сильный был мороз, то закачку, ну, нам, конечно, неизвестно, или ее специально, или она сама по себе разморозилась. Как-то мне подарили набор пластинок Петра Лещенко. И я стал проигрывать эти пластинки. И мне попалась одна песня, которая называется «Когда зажгутся фонари». Мне эта песня очень нравится, и я ее иногда пою. Звучит она так. «Когда зажгутся фонари, и вечер падает слегка, влюбленным парочкам в тиши там улыбается луна, и под покровом темной ночи любовь играет до зари, и все расходятся по парам, когда потухнут фонари». Так вот, эту песню, представьте себе, я слышал во время войны. Дело в том, что я вот жил в районе силикатного завода на второй линейной улице. И одно время существовала проводная радиосеть в городе Орши. И по этой проводной радиосети транслировали
и, значит, передачи новости, и особенно было много музыкальных передач. И вот эту песню во время войны я услышал в исполнении, но я неизвестного мне тогда певца. Это я сейчас знаю, что это пел Петр Лещенко. Радио, оно было немецкое, конечно, потому что за прослушивание московского радио это грозило вплоть до концлагеря. И не было никаких же приемников, тем более. А немецкое радио проводное уже существовало. И с этого радио, кроме музыкальных передач, когда были передачи такие информационного характера, мы даже косвенно узнавали о событиях на фронтах. Например, когда немцы потерпели поражение под Сталинграде, то дикторы они сообщили примерно так, что немецкие войска временно покинули излучину Волги, и ввиду неблагоприятных там стечений обстоятельств и так далее, и были потери определенные, но мы еще отомстим за Сталинград. И из этого сообщения мы поняли, что что-то произошло крупное под Сталинградом, потому что немцы раньше о своих неудачах не сообщали. Таким же примерно образом мы узнавали косвенно и о других поражениях немецкой армии, в том числе и под Курском, когда они не говорили прямо о каком-то там конкретном поражении, но по тону самих передач диктора мы понимали, что что-то не ладится у немцев на фронтах. Освободили нас в 44-м году. Был у нас хороший сад, и немцы, когда отступали, деревья они посразали и маскировали технику. Танки, пушки. И они все бегали и не знали, куда им деваться. Потому что они уже чувствовали, что надо рвать отсюда, что они проиграли. А мы тогда в это время, когда уже Оршу начали освобождать, мы тоже собрались и в деревню, в сторону сельхозтехники Татарск. Вот. Прибежали мы туда, но тоже ничего, только узелок, что был у нас связан на постоянное время, в случае бежать куда. Прибежали, ну а нам там в конце деревни хозяин пустил нас в сарай. Вот мы в сарае в этом были целый день. Слышим, кто стреляют. Ну, а выходить боялись, потому что мало ли что, снаряд попадет еще и все. А в этом сарае, если бы он попал в сарай, то там бы никого не осталось живых. Ну, а потом видели, когда приехали наши разведчики на машине. Человек 6 их, наверное, было. Вот. Ну, по них начали со стороны Барани обстрел начали немцы вести. Они были в Барани. Вот. Ну, а до Татарска там 2 километра, наверное, 3. Вот. Ну, и они уехали. А потом уже, как они уехали, кто там стрелял, мы уже не знаем, или Катюши, или что, мы только слышали, что свист, такой снарядом свист, летели туда, и там взрывались. И потом все прекратилось. Немцы прекратили, они, наверное, уже там их поубивали, а кто успел, куда-то дальше рванули. И когда мы уже оттуда назад шли, домой бежали вечером, ну, еще светло было, там, где вот сейчас дома застроены на сельхозтехнике, там было поле, и росла рожь. И немцы выходили оттуда с поднятыми руками. Они там прятались, выходили с поднятыми руками. Ну, их забирали, а куда их там вели, я не знаю. Вспоминается лучше всего, с большей радостью, это когда Оршу освободила Красная Армия. Значит, где-то 25 числа гремела канонада нашей армии. Мы прятались на правом берегу речки Кутеенко. 26 числа была большая артподготовка. И утром 27 июня 44 года в
появились первые разведчики Красной Армии. Мы с большим ликованием их встречали. Какие они были радостные. Значит, их угощали, обнимали местное население, целовали. Значит, таким образом, через какой-то... Ну, это было первое подразделение разведчиков. Через каких-то 2-3 часа появились регулярные части нашей армии. Ну и потом уже, когда фронт стоял под Дубровно, здесь уже частенько самолеты, вообще иногда прямо на бреющем полете прилетали штурмовики, истребители, то ли они фотографировали что-то, или просто вот такой демонстративный полет, чтобы как-то поддержать и население, что Красная Армия близко, и что скоро наступит освобождение. Ну и когда уже наступил июль 44-го года, когда вот это началась операция «Багратион», Орша, она оказалась как бы в котле, и преступлений немцев. Тяжелых боев в Орше не было. Орудия, которые немцы установили на лугу Калааршицы в районе дома отдыха, они некоторое время стреляли, дальнобойные орудия, в сторону прорыва, вот в сторону Бухушевска. А когда наши войска уже ушли далеко, и срочно немецкие тягачи подхватили эти орудия и потащили, значит, эвакуировать. Но говорят, что это им не удалось, потому что вокруг Орши кольцо сомкнулось и образовался такой сравнительно небольшой по масштабам тех дней, но это был все-таки котел, и немецкие войска попали в окружение. Потом увидели советских солдат верхом на лошадях. Ну, зрители, конечно, приветствовали. Потом состоялся митинг в центре города. Мы все ходили на этот митинг, ну и все, конечно, были очень рады приходу освобождению вот города Орши и нашему освобождению. Конечно, город Орша был полностью разбит. Ничего в нем практически не сохранилось. Значит, если вспомнить, что было и что сегодня, то это очень большая разница. Сегодня Орша, та послевоенная Орша, она абсолютно неузнаваема. Сейчас молодежь, она не знает, что такое война, но и я желаю так, чтобы они больше и никогда не видели и не слышали, что такое война на нашей земле. Белоруссии, России, вообще, чтобы не было войны нигде. Но наш город был такой, что некрасивый был город, разбитый был весь, а сейчас город стал совсем другой. Стал красивый город, чистый. Я желаю нашей молодежи жить в таком красивом городе, соблюдать чистоту, порядок, ну и всего хорошего.